Президентом Казахстана Мишустин обсудил вопросы совместного производства вакцин. Вопрос сейчас является приоритетным в казахстанско-российском взаимодействии. Собеседники отметили позитивную динамику диалога между регионами. Закрепить результат должен очередной форум межрегионального сотрудничества, который проведут осенью в Кокшетау с участием лидеров двух стран. Форум может принести сторонам дополнительные инвестиции. Сейчас же российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в нашей стране. В повестке дня очень большие планы наращивания сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени, благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах, будь это машиностроение, сельское хозяйство и другие важные отрасли, были созданы такие, я бы сказал, важные, если не сказать, якорные проекты. И я думаю, что мы обязательно должны работать в этом направлении. Только что мы с вами переговорили по целому ряду вопросов, связанных с реализацией намеченных планов. Я приветствую ваше желание персонально включиться в данную работу и абсолютно уверен в конечном успехе. Мы искренне дорожим дружбой и партнерством, союзничеством с братским Казахстаном. В правительственной линии у нас сформирована очень содержательная подробная повестка. Есть большие возможности совместной работы и неплохими темпами, мы сказали, развивается торгово-экономическое сотрудничество. По коронавирусной инфекции мы делаем достаточно большие совместные заводы. Ну, говоря о Карагандинском заводе по производству спутника ВИД, здесь все сделано. С начала года в Казахстане произведено 5 миллионов доз вакцин. Уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам наконец справиться с этой инфекцией.